сорт томата Тайвань немецкий. Вот такой вот крупноплодный сорт томата, ярко-ярко-розового цвета. Кусты высокие, достигают до 1,80 м, то есть высокорослые, требуют подвязки. Также требует обязательно посынкования. Вот такой вот сейчас разверну. Красивейший сорт. Вот так поближе его. Очень такой красивый сорт. Этот сорт томата подходит для выращивания и в теплице, и в открытом грунте. Это среднеспелый сорт томата. У сорта Тайвань немецкий очень крупные плоды, тяжелые, берешь в ладошки, очень тяжелый томат. Этот у нас, сейчас взвесим, 600 грамм, но плоды бывают и до килограмма, в среднем 600-800 грамм. Очень красивого розового, насыщенно розового цвета, плоды очень вкусные, сладковатые на вкус, замечательный сорт. Сейчас посмотрим этот томат в разрезе. Вот такой вот многокамерный. Ой, сахарная такая мякоть у него искрится. Вкус обалденный у этого томата, сладкий. Но этот сорт больше салатный. С него получается очень густой, очень вкусный томатный сок. Я этот сорт тоже очень люблю. Это один из самых моих любимых сортов.